Давайте приготовим панкейки на основе банана и овсянки. Овсяно-банановые или бананово-овсяные панкейки, как кому нравится. Панкейки готовятся без муки и сахара. Посмотрите, какая у них текстура, слегка рыхлая. При этом панкейки очень нежные, вкусные и, конечно же, необычайно полезные. Для приготовления понадобится 1 банан, 50 грамм овсянки, 2 яйца, по пол чайной ложки корицы и разрыхлителя и горсть любых орехов. У меня грецкие. Тесто для панкейков готовим в блендере. Засыпаю в чашу блендера овсянку и орехи. Добавляю разрыхлитель и измельчаю в мелкую крошку. Важно, в рецепте использую овсянку долгой варки. Так панкейки получатся полезнее. Если будете готовить на минутной овсянке, текстура теста и блинчиков будет совсем другая. Измельчаю до такого состояния, мелкой крошки. Затем в чашу блендера вбиваю по очереди 2 яйца. Добавляю очищенный банан. И корицу. Взбиваю тесто до однородности. Вот такое жидкое тесто для банановых панкейков у вас должно получиться. И прямо из чаши блендера буду набирать тесто для блинчиков. Смазываю сковороду растительным маслом. Лучше для этого использовать кулинарную кисть, так масло расходуется меньше. Разогреваю хорошо сковороду и выливаю блинчики. Я жарю на сковороде сразу по 2 панкейка. Панкейки жарю до образования вот таких пузырьков, затем переворачиваю и жарю еще несколько минут. Убираю на тарелку, затем вновь сковороду смазываю растительным маслом и наливаю следующую партию панкейков. Так жарю до остатка теста. Всего у меня получилось 6 панкейков из этой порции теста. Вот такие они пышные. Украшаю по желанию. У меня это хурма, киви, орешки. И сверху полила медом. Вкусные и необычайно полезные бананово-овсяные панкейки готовы. Приятного аппетита! Если вам понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал и пишите комментарии.